зал Захаровского дома культуры был настолько полон, что люди стояли в проходах. Приглашенные гости на несколько часов погрузились в сказочный мир волшебного сундучка. Номер за номером ведущий концерта Сергей Сушко под псевдонимом «Мистер Дэнс» доставал из своего ларца атрибут, символизирующий следующий танцевальный номер. Похожи. Направления танцев удивляли своим разнообразием. Классический брейк-данс, джаз-модерн, хип-хоп, леди-стайл, капоэйра, кавказский танец, акробатический этюд. Таким спектром стилей может похвастаться далеко не каждый художественный руководитель. Есть над чем работать еще, но мы уже дали два отчетных концерта. И, собственно говоря, это у нас премьера новогоднего танцевального шоу уже со сценарием. И будем готовиться и проводить их дальше. Такие же концерты приглашаем всех. Директор Захаровского дома культуры Владимир Виницкий уверен, что на культурном небосводе Одинцовского городского округа зажглась еще одна яркая звезда. И у нас очень много из коллективов, которых мы просто вот не знаем, которых мы не знаем о их существовании. У них очень большая потребность выхода, где-то нужно выступать. Когда ко мне обратилась руководитель этого коллектива с просьбой выступить у нас, мы, конечно же, согласились на это. Коллектив относительно молодой, ему всего 1.5 года, но в нем уже занимается 140 детей. И эта цифра говорит о многом. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».